Всем привет! В этом видео я соберу отладочную плату. Немного расскажу, что это такое и зачем она вообще нужна. Отладочная плата – это своеобразный полигон, где можно проверить и отладить программу для микроконтроллера. Она используется для того, чтобы создать прототип и проверить, как именно будет вести себя программа микроконтроллера в железе. Это позволяет выявить ошибки на ранней стадии разработки и сэкономить большое количество времени в будущем. Фактически, это просто набор периферий, которая может использоваться в разработке электроники. Светодиоды, кнопки, пищалки, потенциометры, энкодеры, разные экраны и так далее. Я давно хотел себе такую игрушку, наверное, с момента, как увлекся микроконтроллерами. Но у меня были макетные платы, и в некотором случае их вроде бы хватало, но вот желание заиметь свою отладочную плату у меня все-таки не проходило. Если покупать, то эта штука не из дешевых, а те, что продаются на Алиэкспрессе, морально устарели. Но вот скажите, кому нужен устаревший RS-232 или клавиатура PS пополам? Одна из самых адекватных плат, по моему мнению, это плата Pinboard 2 от уважаемого Дихальта. Но он как-то оговорился, что больше их не производит, но их можно в принципе попробовать поискать на различных барахолках. Я видел много самодельных отладочных плат, которые можно запросто построить самому, так как в открытом доступе есть и чертежи, и схемы. Большинство отладочных плат заточены под какой-то конкретный микроконтроллер или совместимую линейку, большинство, однако плата Дихальта супер универсальна. Мне же захотелось плату сделать максимально универсальной, чтобы можно было использовать любой микроконтроллер, будь то Arduino, любой AVR, STM32 или даже Raspberry Pi. И самое главное, я понятия не имел, чего именно я хочу. В какой-то момент я понял, что дальше нельзя просто фантазировать на тему плат, а нужно взять и собрать что-нибудь несложное в качестве опытного образца. Пощупать, поиграться и тогда уже отталкиваясь от полученного опыта разрабатывать идеальную, ну или близко к этому, плату. Решено было закупить кучу всякой мелочевки и дырявую плату, собрать на ней и вдоволь наиграться. Так я и сделал. Но предупреждаю, очень и очень хорошо подумайте, прежде чем решиться повторять. Вы напаяетесь на годы вперед. Каждый элемент нужно не просто припаять, а еще и соединить его по схеме. После закрепления очередного блока я обязательно проверял, так как когда все покроет паутина проводов, будет непросто разобраться. Так как я взял самую дешевую плату, то и качество у нее такое же, контактные площадки не луженые, из-за чего плата очень быстро окисляется. При перегреве контакты отлетают, в общем, нужно иметь уровень пайки выше, чем у меня, или взять вариант с более высоким качеством. Скажу сразу, плата еще не до конца готова, но на ней уже можно поиграть. Итак, из чего же она состоит? USB вход с принтерным гнездом, точно такой же как на Arduino Uno, это мега надежный разъем, убить его крайне сложно. К тому же чаще всего кабели для него идут экранированы и с толстыми проводниками, что делает передачу данных и питания надежной. USB вход может служить питанием, а также имеет развязку точно такую же как в программаторе USB ESP. Это сделано для возможности создания собственных USB девайсов или работать с USB бутлоудером, ссылку на мою статью на него я оставлю в описании. Модуль питания имеет отдельный вход на 5 вольт, вход решил сделать хитро. Это три стандартных пина, центральный это 5 вольт, а крайний земля. Так можно переворачивать его как угодно, не боясь переполюсовки. Также в модуле питания есть стабилизатор на 3,3 вольта и возможность переключать плату на нужное питание 3,3 вольта или 5 вольт. Ну и конечно же выключатель, куда без него. Выводы питания есть на каждое напряжение и общий вывод выбранного питания. Ну а теперь начнем снизу. Кнопки 8 штук с подтяжкой через резисторы на 10 кОм к питанию. Светодиоды красные и зеленые, естественно с резисторами на 470 Ом. 6 переменных потенциометров и 2 подстроечных, часть из них жестко пропаяна, а другая соединена через перемычки. Это сделано для того, чтобы можно было использовать их не в прямой привязке к питающему напряжению, а в разрыв каких-то цепей. Есть две кнопки, они точно так же служат для возможности использования их в разрыв цепей или к чему-нибудь еще, не привязываясь к питанию. Два переключателя фиксации положения точно так же ни к чему не привязаны. Пара энкодеров, но это не те энкодеры с платами, где реализована подтяжка и антидребезг, это просто голые энкодеры, без всего. Почему так? Да потому что именно так можно реализовать использование двух энкодеров по одному и тому же комплекту проводов. А если понадобится использовать энкодер с подтяжкой и антидребезгом, то я предусмотрел набор резисторов и конденсаторов, чтобы можно было быстро организовать такую подтяжку. Между энкодеров притаился инфракрасный цифровой датчик. С правой стороны колодки для подключения различных экранов и модулей.
Пока что это все, что сделано, но далеко не все, что хотелось бы. У меня в воспаленном мозгу и сейчас идет нескончаемая битва о том, что именно нужно еще расположить. Пока точно будет зумер пассивный и часы точного времени, а также, возможно, I2C память. Ладно, надоело мне тут с вами просто так разговаривать, буду баловаться. Для начала я хочу получать команды инфракрасного пульта и выводить их на экран 16:2. Нашел в Google примеры для Arduino, по-быстрому максимально криво накидал код, подключил провода и, о чудо, все работает. Супер, чем кривее код в Arduino, тем лучше он работает. Теперь я хочу чем-нибудь поуправлять, например, вселенной. Хотя врач мне говорил, что сидя в палате в смирительной рубашке, я не смогу управлять вселенной. Ха-ха-ха, ничтожный раб. Ну да ладно, поуправляю пока светодиодом, раз вселенной управлять нельзя. Открываю монитор порта и записываю коды нажатых клавиш. Еще немного кодим, ну вот так-то лучше, мигает встроенный светодиод. Так, стоп. А зачем мне встроенный светодиод, если у меня куча своих светодиодов на плате? Вопреки здравому смыслу, быстро дописываю код и вот, уже можно поиграться с 6 светодиодами. Почему-то мне лень стало делать больше, хотя свободные выводы у Arduino еще остались. Оторваться было чертовски трудно, залипательная штуковина. Знаю, многие скажут, типа, а нафига все это, тыкал бы дальше в свою макетку, искал бы потом, где отвалился контакт в раздолбанной площадке, ныл бы от безысходности, как все нормальные люди. Возможно, вы и правы, возможно. Но я все, что делаю, делаю для себя, а не для видео, и делал это потому что мог и потому что хотел. А как по мне, этих доводов более чем достаточно. Пойду я еще поиграю с платой. И да, чуть не забыл, скоро будет продолжение. Плату же я еще не доделал.